Солид Снейк был стар и умер перед этим, и его мальцу Джейку Снейку пришлось сделать всякое для мира. Джейк Снейк подрастал с Солид Снейком и помогал ему бить Metal Gear. Но теперь Солид Снейка там больше не было, только Джейк Снейк был. «Солид Снейк, что случится, когда ты умрешь?» Джейк Снейк спросил Солида Снейка однажды. «Только ты останешься, чтобы бить плохих парней мира и делать то, что нужно сделать!» Солид Снейк сказал Джейку Снейку, и затем он умер позже. Джейк Снейк получил звонок от Атакона, и Атакон сказал: «Джейк Снейк, Metal Gear бьются в Outer Heaven, и ты должен пойти туда и побиться с ними». Тогда Джейк Снейк сказал: «Атакон, ты был другом Солида Снейка, я хочу, чтобы ты стал моим другом, чтобы я стал биться с Metal Gear'ами тоже». Так он отправился в Outer Heaven и стал биться с Metal Gear'ами. Джейк Снейк получил свое оружие и сигары, потому что он не курил сигареты, и залез в самолет и быстро поехал в Outer Heaven, чтобы добраться там, где Metal Gear бились. Джейк Снейк добрался до верхушки неба вблизи, где Metal Gear бились, и включил автопилота и кувыркнулся из самолета. Парашют Джейка Снейка не раскрылся, так что он приземлился в воду и поплыл бьющимся Metal Gear'ом. Джейк Снейк вылез из воды и пополз быстро и тихо туда, где бились Metal Gear'ы. Джейк Снейк подобрал ракетное ружье и пополз быстрее и тихо, так чтобы Metal Gear'ы не могли его увидеть там. Джейк Снейк остановился и выкурил сигарету, потому что он устал. И затем из ниоткуда так он появился в телефоне и закричал: «Джейк Снейк, сзади!» И тогда Джейк Снейк и увидел плохого парня с пистолетом, направленным на Джейка Снейка. «Почему ты работаешь на плохих парней?» — сказал Джейк Снейк плохому парню с пистолетом. «Потому что у них есть Metal Gear, есть оружие, которое стреляет лазерами», — ответил плохой парень Джейку Снейку. Тогда Джейк Снейк сказал: «У меня тоже есть лазеры», — и вытащил их из своего кармана и выстрелил плохому парню в лицо. «Мне не нравятся вот такие плохие парни», — сказал Джейк Снейк плохому парню и затем бросил в него свою сигару. И он зажегся огнем. Джейк Снейк снова пополз быстро туда, где плелись Metal Gear'ы, потому что он мог слышать пули и бабахи. Джейк Снейк достал ракетное ружье и выстрелил ракетой в Metal Gear. Metal Gear взорвался и упал. Пришли другие Metal Gear'ы, услышав шум, и пришли к Джейку Снейку, который быстро ползал в кустах. «Они увидели меня», — сказал Джейк Снейк, и он надел камуфляж и исчез. «Куда он делся?» — сказал Metal Gear другим Metal Gear'ам. «Вон там!» И Metal Gear выстрелили по кустам, но они попали только по земле, и все. И тогда Джейк Снейк сказал: «Я здесь, плохие вы парни!» И он был позади них. Metal Gear повернулись и увидели Джейка Снейка в Metal Gear, который Джейк Снейк спрятал где-то. «Солид Снейк бился с вами, и теперь я должен тоже. Вы заплатите, глупцы!» — сказал Джейк Снейк. И тогда Джейк Снейк и Metal Gear начали стрелять пулями, ракетами и лазерами. Появилось много бабахов и пыли. Пыль осела, и Джейк Снейк все еще был в своем Metal Gear. Но и другие там тоже были, и они сказали: «У нас есть броня, Джейк Снейк!» И Джейк Снейк сказал: «А как насчет этого?» И выстрелил по ним чем-то особым. Metal Gear – битва Metal Gear. Основана на фанфике Squirrel King. Текст читал Arctic Warfare, специально для посетителей Metal Gear Station.